Ребяточки, я нахожусь в Макао, это в Китае, вот такая особая зона, и здесь в основном казино. Но если бы вы увидели вот эту штуку, не просто снизу, а сразу в комплекте, стало бы понятно, что я нахожусь в Париже. Ну, ребята, да, я реально нахожусь в Париже, потому что это зона Париж в Макао. Ребята, здесь офигенно, я просто не могу, как здесь круто. Здесь очень красиво. Здесь реально казино, но это не просто зал, где играют. Это такие вот громадные комплексы с отелями, со всякими развлекушками, фудкортами. И каждый старается переплюнуть другой, чтобы было самое-самое красивое место. Вот я уже была в Венеции. Вон ребята веселятся. Я уже была в Париже. Я, к сожалению, не уверена, что успею еще где-нибудь побывать. Потому что мне уже надо уезжать домой. Я сегодня предпоследний день. Предпоследний день. Ух! Господи! Ребята, здесь так круто. Если вы будете... Я вообще в Гонконг приехала туда. Если вы тоже приедете в Гонконг, обязательно заедете в Макао, потому что оно того точно стоит. В общем, мне очень нравится. Не знаю, надеюсь, вы видите меня, потому что я не вижу чего. Здесь круто. Это Эйфелева башня, ребята, снизу. О, это пол Эйфелевой башни. Здесь офигенно. Все, сейчас свалюсь от кружения. Пока.